на транспорте, выживание водителя и так далее. 70 мэй. Компрессор. Прошу любить, как говорится, и жаловать. Вроде бы, не знаю точно, информация непроверенная. Xiaomi или Xiaomi, или Xiaomi. Так, вот такую имеем ведерко. Даже в кадр у нас не влазит. Так, вот его поставлю. С крышечкой. С ручечкой удобной. Можно его убрать. Оп. Оп. Вот такой вот зверь. Мы видим, да? 10 ампер, 12 вольт. От 1 до 7 бар качает. О чем это говорит? Это говорит о том, что этот аппарат, да, электрический, может накачать, во-первых, колесо в авто. Ну, обычно в автомобиле сколько? Ну, 2, да? У меня, например, 2,4. Но у меня автомобиль весит больше 2 тонн. Поэтому 2,4. В велосипеде у меня 4,5. Есть велосипеды, там, где качается 6. У меня горный, у меня меньше, у меня чуть больше колесо. Там, где колесо такие тоненькие, то, такого типа трубочного, что ли, типа, да, там 6, 7 даже может быть, там очень много. Вот этот малыш может это все дело организовать. Открываем крышку. Вуаля. Внутри стоит компрессор. Все уже подключено. Один в прикуриватель, второй в колесо. Все очень просто. Провод прикуривателя у нас 3,5 метра. Вполне достаточно для любого авто с любой стороны. Сам компрессор находится в таком вот ведерке. Он там прикрученный. То есть это как бы такой защитный, да, такой жестяный защитный корпус. Ну, в принципе, можно и вытащить. Внизу есть антискользящие ножки такие. Они же как бы держат компрессор в середине. Самая главная фишка этого компрессора, это, конечно же, сейчас мы его подберем. Во, экран как в мобильном телефоне, смартфоне и так далее. Все у нас на сенсорах уже. А, вот еще забыл сказать. Есть в наборе иголочка у нас. Опа. То есть можно накачать также мячик. Есть у нас переходнички для каких-то там, не знаю, надувных кругов, уток, матрасов пляжных. В общем, универсальная штука. Самое интересное, это то, что можно заранее выставить нужное вам давление. То есть не нужно держать рукой постоянно и там выключать, там что-то, какие-то кнопки держать, там вырывать его. Вы поставили, он себе накачал спокойно, сам вырубился. Вещь универсальная, вещь довольно мощная. 10 ампер это много. Ну и опять же, Xiaomi, Xiaomi или Xiaomi, я просто не знаю, как правильно назвать. Фирма очень и очень надежная. Поэтому все, что здесь написано на коробочке, это оно соответствует на 99%, может быть даже на 100%, действительности. То есть все, что пишут, все так оно и есть. Ну, изначально впечатление у меня очень хорошее. Предлагаю испытать его. Итак, действуем по инструкции. Открываем. Подключаем шланг к колесу, вставляем в прикуриватель, включаем зажигание. Компрессор активизировался. Вот этой кнопочкой можем переключать значение, да, PSI, KPI и Barley. Но мне нужно 32 PSI. Выставляем 32 ровно и нажимаем старт. В процессе работы компрессор нам показывает, что он там качает нам. То есть можно отслеживать. Все, остановился. И сразу сбросил. Интересно, ну-ка, нажмем. Чтобы докачал. 32 и сбросил. Хорошо, сейчас поставим больше. 32,5. Давайте так сделаем. То есть, если он сейчас сбросит, то как бы сбросит. О, вот сейчас ровно 32. Все. Вот, в принципе, весь процесс, ничего сложного. Сейчас предлагаю проверить, чего он там накачал нам на самом деле. Ну, должно быть чуть-чуть меньше, потому что я сейчас вырвал гузырь и спустил. Так. Выставляем PSI. 31,5. Ну, нормально, потому что я вырвал гузырь, я только что спустил чуть-чуть. То есть, в принципе, он качает правильно. Вопросов никаких нет. Ребята, хороший товар, всем рекомендую. Все очень просто, понятно. И в нужной ситуации всегда сможет выручить.
На этом всего доброго. До свидания. До скорых встреч.